Добрый день, наши дорогие зрители. Давайте-ка мы сегодня прогуляемся ко львам, нашим любимцам, и полюбуемся на многих известных героев страны Тайгания. А пока, друзья, виды саванны. Осенняя саванна. И вот, конечно же, левушки наши любимцы, которые любят принимать угощения. Чук лежит. И его друзья. Вот, друзья, все рады угощениям. И, конечно же, чем будет становиться прохладнее, потом и холоднее. Вот, чук пришел попить водички на пруду. Тем, конечно же, аппетиты у львов будут расти, потому что нужно будет много калорий для обогрева. Гуляет по саванне, по своим владениям. Любят львы лежать под мостками. Это уже многими замечено. Тут прохлада такая, и они чувствуют некое укрытие. Хотя решетка и не цельная такая, но тем не менее. Вот, друзья, наш красавец Чук посматривает. Под каждым глазом у него по такому шраму. Это... Вот, друзья, в первом вольере три богатыря наяривают угощения, вкусняшки. Ну а в саванне Томочка, королева крымской саванны этого сезона, тоже любит вкусняшки, угощается и знает, как у посетителей выпросить очередную мясную конфетку. Всем мира и добра! Друзья, кто не подписан, конечно же, подписываемся на канал. Пока-пока!